именно нам жить в этом городе, и поэтому мы должны выбирать свое будущее, как мы здесь будем жить, чтобы потом не собирать чемоданы и не уезжать. Вы много работаете с молодежью, по своему опыту можете как-то проанализировать, насколько активно они ходят на избирательные участки, насколько активно принимают участие в жизни? Ну, например, наша общественная организация насчитывает более 1500 молодых людей, которые уже могут идти на избирательные участки. И, как я знаю, уже все ребята наши сходили на участки, проголосовали. Я сегодня также вместе со всей своей семьей, с родителями, мы с утра сходили, отдали свой голос и провели свою гражданскую позицию. Все, спасибо большое.